10 тысяч операций провели в онкологическом отделении областной клинической больницы. Мало кто знает о том, что в медицинском учреждении существует такое отделение. И о том, что там применяют новейшее оборудование для лечения онкологических больных. Зато сами пациенты оценили возможности больницы, чьи специалисты подарили им шанс на вторую жизнь. Тему продолжит Елена Петрова. 8 лет успешной работы. И когда в 2006-м отделение хирургических методов лечения онкологии открыли, для врачей это стало испытанием профессионализма. С тех пор специалисты давно набили руку. Отделение стало своеобразной визитной карточкой больницы. Здесь выполняют все виды оперативных вмешательств при опухолевом поражении. Щитовидная железа, желудок, печень, молочная железа. В отделении проводят самые сложные операции. Оказывается помощь не только по основному онкологическому заболеванию, но и бывает при различных осложнениях онкологического заболевания, прежде всего при метастазах. При метастазах головной мозг, метастазах легких, метастазах в печени. Все эти операции выполняются у нас в больнице. Для пациентов все бесплатно. Большинство больных, около 60%, приезжают из области. Попасть можно либо после посещения областной поликлиники, либо напрямую по направлению врача из больницы по месту жительства. Здесь возьмутся даже за, казалось бы, безнадежный случай. Татьяна в больнице лежит 3-й раз. У нее тяжелое заболевание кишечника. Говорит, специалисты внимательны и профессиональны. Ее лечащий врач – один из самых молодых в отделении. Решили мы ему экзамен устроить. Здесь еще женщина со мной взяла. О, так он все знает. Я говорю, как у меня доктора дали молодого, он ничего не знает. Он все знает. Он ответил на все вопросы, которые вот по медицине. Все внимательные. И медицинские, и младший персонал. И медсестра, я попала сюда, у меня вообще вены нет. Абсолютно нет. Так вот медсестра Лизина, да, она единственная, которая мне попадала в вену. Так она на колени передо мной вставала вот здесь вот. И говорит, а как, говорит, быть, как? За 8 лет существования отделения внедрили в практику современные диагностические и хирургические методы лечения. Один из главных плюсов онкологической службы областной больницы – многопрофильность. Преимущество лечения в условиях областной клинической больницы заключается в его многопрофильности. В отличие от многих других лечебных учреждений, мы можем лечить и проводить хирургическое лечение больных с привлечением врачей смежных специальностей. Это и сосудистая хирургия, это урология, это и отделение торакальной хирургии, это отделение и рентгенхирургических методов лечения. Сегодня в штате отделения 7 хирургов-онкологов. Комфортабельные палаты со всеми удобствами рассчитаны на 35 пациентов. Пустуют редко. В год здесь проводят свыше 1000 хирургических вмешательств. Елена Петрова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.